Это центр Бухареста, столица Румынии. Здание парламента, построенное Чаушеску, одно из самых крупных в мире после Пентагона. Когда-то этот дворец подразумевал дворец именно этого человека. Но этого человека расстреляли в 89-м году, а потом очень долго думали, оставить его или отдать, или просто сломать. Но оставили. И сейчас это самое крупное здание, 260 метров на 280, высотой 89 метров. В нем заседает парламент и еще 8 этажей под ним, 89 метров вверх и 8 этажей вниз. Колоссальное здание. При колоссальной бедности города и вообще страны Румынии. Вот это вот гостиница напротив. Вот здесь площадь такая, где даже фонтаны какие-то такие довольно беленькие. Что делать? Вот то, что есть, так здесь, это наш автобус, на котором мы приехали. Вот это интересное. Самое интересное место столицы Румынии.